Центральный районный суд 4-2 августа признал виновной бывшую медсестру офтальмологического отделения краевой детской клинической больницы, в дежурство которой 6-летний мальчик выпал из окна медучреждения и позднее скончался. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Юраптека» проекта помощи пострадавшим от врачебных ошибок. Суд назначил женщине 1 год ограничения свободы по статье «Причинение смерти по неосторожности». Во время расследования медсестра уволилась из больницы, свою вину она не признала и не извинилась перед родителями погибшего ребенка. Трагедия произошла в феврале 21-го. Медсестра не смотрела за перемещением детей во время тихого часа по отделению. Мальчик вышел из своей палаты, зашел в молочную комнату, забрался на подоконник и выпал из окна на 3-м этаже. Ребенок получил тяжелые травмы, больше месяца находился в реанимации, после чего скончался.